Сегодня людей на кладбище Центральное в Радонице практически нет. Такое впервые. Причина тому – введенный режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Накануне глава города Владислав Пинаев и епископ Нижнетагильский Невьянский Евгений призвали тагильчан воздержаться от массового посещения кладбищ, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Цветочки положили, конфетки положили, пошли. Сегодня вот говорили, на кладбище не посещают, но почему пришли именно вот в этот день? Ну, потому что сегодня родительская. Сегодня они нас ждут, поэтому и пришли. На кладбище сегодня начали прибирать воинское захоронение. Сотрудники частной компании красили забор. Мы своими друзьями в количестве 8 человек пришли, чтобы покрасить забор на военном кладбище по направлению монолит-транстрой. Уличной торговли искусственными цветами тоже сегодня не было. Традиционно она была здесь, перед входом на кладбище Центральное. Не было и скопления людей на остановках общественного транспорта. Автобусы ходили практически пустые. Мы знаем, что народу не будет. Информация по городу прошла, по интернету везде. Кладбище закрыто, людям не ходить. Мы поставили 4 автобуса Лиаза от Урала, и 2 автобуса ходят, 4 и 6 На всех входных группах на кладбище стояли патрули ГИБДД. Сотрудники госавтоинспекции, приближенные к местам скопления граждан, осуществляют службу в повседневном режиме, занимаются обеспечением безопасности дорожного движения. Напомним, Радоница отмечается на 9-й день после Пасхи. Это особый поминальный день, родительский. Люди идут на кладбище, поминают усопших, раздают нуждающимся милостыню.